И смотрите сегодня в вечернем выпуске «Вестей». Лекарственные фальшивки. Рынок фармподделок в России по объему уступает только торговле оружием и наркотиками и составляет миллиарды рублей. Как отличить псевдопрепараты? Откуда они берутся в наших аптеках и больницах? И что теперь ждет тех, кто изготавливает и распространяет подделки? Смотрите сегодня специальный репортаж в «Вестях» в 20:00. Спорт должен быть безопасным. Под таким девизом активисты молодой гвардии Саратова провели рейд в парке «Вишневая гора». Лыжная трасса там не соответствует нормам, нет необходимой ограды. Торчащая рядом с подъемником труба и вовсе может угрожать жизни, а ступеньки, ведущие в пункт проката лыж и коньков, покрыты льдом. Молодогвардейцы потребовали устранить эти нарушения. Также отправили письмо министру молодежной политики Саратовской области с просьбой проверить все спортивные объекты в регионе.